После Наташи Гинцуих, конечно, фигура посерьезнее, но в целом суть будет одна. Это Freak Squad. Звучит очень красиво и гордо, но вам больше подходит имя. Мы сборище долбоебов, как итог. Листая комменты, панч вижу клевый. Этим диссом мы сделаем из полковника рядового. Хочешь виток? Потолок сток. Здесь будешь смотреть, но хотя бы не стопы. И стотой стол для тебя под столом открыл. Сейчас слаб, залезай, Наташа, подвинься. Ведь с принцем где? Не беда, но в смысле похуй. Так, я теперь уйти сам с короной, хомбой. Тем более принц уже не молодой, твой новый друг Алексей. Герой жвачки, а для вас сосать онлайн не по-пацански, а наживать в самый раз. Не обижайтесь, Леша. Крутое комбо, мы верим, порхай как бабочка славяны, жаль как пчелка Алексей. Эй, стоп, ценимать или ценивадю, брось свои понты. Все прекрасно в курсе, что Эвилон больше бустер, чем ты. Хотел забить или пацану тему фриков. Правда, чел, только рожая, можно испытать то, как ты все стерпел. Next, Картер и Стримфест. Слова весьма обидные. Слава не хочет в бункер, чтоб хотя бы там не выгнали. В армрестлинг проебал. Даже строго, значит, ты теперь не Вячеслав. Теперь ты максимум вячик, окей. Как это новый контент? Арендовать тачку, ты как, все окей? Вы снимаете видосы про хорошие машины, чтоб что? Чтоб хвастать наличием денег? Это ведь странно, не кажется, но за меня скажет Эвилон. Я дам ему возможность тут похвастаться скиллом. Слава, ты подумай, тебе рано, вы не будете, типа, ты пока у нас хули пакетово. Не понял, вы запутали любого, ебу думали, до талого уже пора левать, отсюда скоро пизда, да? Это неправда, и хули говорить, что меня он обогнал уже даже по габаритам. Мы короли, это правда, слава, слава, я всегда буду рядом. О! Фух. Вот так. We'll be right back.